и выпускники, восьмиклассники, с которыми я прошла шестилетний путь преподавания, и пятиклассники. Что вам пожелать на прощание? Человек должен быть счастлив при том, что он делает, говорил мудрый царь Соломон. Будьте по-соломоновски счастливы. Хороший человек – это тот, кто живет своими мыслями и чужими чувствами, писал великий Лев Толстой. Будьте по-толстовски хорошими людьми. И пусть по-пушкински вас почаще посещает вдохновение, то есть расположение души к живейшему приятию впечатлений. И самое главное, хочу поблагодарить студентов, которые особенно отличились в изучении русского языка и литературы. Итак, за духовную жажду и искреннюю любовь к русскому языку и литературе получают уникальную у нас в Америке, потому что только наша школа обладает пушкинскими орденами, следующие учащиеся. Миргородская Кристина, Братславская Анна, Дектер Мумбиана, Райхман Зоя и Швецов Тимофей. Фридман Николь, Гербер Каролина,
Инточная Анастасия, Харитонова Елизавета, Копец Елизавета, Ланцман Анна, Лучников Юрий, Миркин Миша, Мунаров Джонатан, Розенталь Рошел, Сирченко Давид, Сухан Злата, Тулер Стеси, Тятин Денис, Миргородская Кристина, Батызату Денис, Дехтер Монбиана, Корсунский Евгений, Либерчук Орел, Райхман Зоя, Салей Лаура, Швецов Тимати, Вейнер Джей, Зельцер Айли. Большое спасибо, ребята, что вы были в нашей судьбе. Учителю компьютеров Марина Мощенко. Dear graduates, parents and guests, several years ago we have integrated Microsoft Office certification into the curriculum of computer technologies of Big Apple Academy. And now it became an academic tradition that every year on this stage, during graduation ceremony, we introduce to the world our new cohort of Microsoft Office specialists. This application-specific certification is intended to prove an expertise in using Microsoft Office programs developed by Microsoft for Business. And according to the data of American Council on Education, each certification is worth one college credit. Today, our middle school graduates are getting an official document from the Microsoft Corporation stating that they are expert in those applications. And dear graduates, I hope that will be a good start for your academic and professional growth and career. I hope you will always remember where you began, Big Apple Academy. And now comes the moment when I'm pleased and proud to introduce to you our Microsoft Office specialists who successfully passed Microsoft Office business certifications. We invite them to come to the stage to receive their certificates. Sabrina Bagira. Элина Брикена. Каролайн Гербер.